наш капитан приходит. Доброе утро. Просто так пришел. Наш тренер очень серьезно готовится. Ты посмотри, что она делает. К чему она готовится, я не знаю. А где остальные? Миша первый раз зашел в джим, наверное, и последний. Приседает слабенько, как-то полуприседание у нас получилось, но ладно. Надежда опять у нас проштрафилась. Это какое-то... Не пойму, больное кенгуру было или приседание недоделанное. Приседание, но такие условия. У нас Даша во всем виновата. Заставляет приседать старшее поколение. Вообще уже обнаглели. Подловили неожиданно. Салфетки повыбрасывают с соплями. Неожиданно. Подловили. Вытаскивайте, вытаскивайте все, что есть. Выдевающая мазь. Вот, на вот у нас экономят. И мы греемся перед тренировкой. И, конечно же, термальная вода. А, это без нее вообще не будет. Да? Красота. Вот сразу побрызгали, стали красивые. И настроение, понимаешь, что все взаимосвязано. Дальше идем. Ну что, ракетки неинтересны, наверное? Да, а ракетки. Какой у Томаса размер обуви еще раз? Пакетик АТБ. Пакетик АТБ. Не, сельфо, извиняюсь. Резины, но они порваны. Резины, да. Это черные шарики. Резины еще не порваны, но они ждут своей очереди. Черные шарики. Черные шарики. У нас такие же, только побольше. Я не буду комментировать. Очень помогает для спины попа и стоп. Попа-стоп. Вместе с разогревающей мазью очень в комплексе работает лучше. Давайте что-нибудь покрытное поинтереснее, не такое банальное. Наверняка же что-то есть. А, ну заколочки. Вот, это очень интересно. Очень красивая косметичка. Извините. Очень блестит. Так, ну это аптечка, а тут на все случаи жизни. Вот изжоги от отравления. От чего? Изжоги от отравления, обезболивающие, абсорбент, в общем. Если что, всех спасу. Подготовка серьезная. Ну и, конечно же, заколочки-резиночки. Заколочки. Такой запас. Зачем вам так надо? Ну, резины мы рвем, и резиночки тоже. Ну ладно, до новых встреч, друзья. Следующая на очереди у нас Даша Лопатецкая. Не переключайте канал.